имя актрисы, короче. Ну, типа, песенку хотела спеть на камеру. Сейчас будет. Ну, знаешь, Шерло, типа, такая певица есть. Я не могу каждый раз. Телеку еще долго будут говорить о героической победе над пришельцами. И пока ученые будут ломать голову над водяными двигателями, народ скупать гречку, готовясь к следующему вторжению, никто не увидит клоуна. В общем, чуваки, я буду заканчивать сегодняшний день. Спасибо, что вы посмотрели. Я только что закончил монтировать это видео. Эти выходные закончились. Они просто были очень кайфовые, очень лайтовые. И они мне очень-очень понравились. Я их запомню. Мы встретились с Соней за 4 года общением, просто получается предыстория, могу сказать, что мы просто переписывались постоянно в ВК и все, больше как бы ничего особо не было. Был Вайбер в 2014 году, но это не особо считается. И тут мы просто увидели друг друга вживую и просто много разговаривали, много чего обсуждали, много чего делали, гуляли и тусили, и короче, это все очень-очень классно было. Вот, и офигенно, очень приятно это ощущать, приятно вообще монтировать такие кадры. Вот, поэтому у меня просто глаза дико закрываются. Буду завершать сегодняшнее видео, спасибо, что вы посмотрели. Вот. Всем пока и до завтрашнего дня. Завтра будем писать новую идею, снимать видео. Сегодня новое видео вышло, поэтому... Сегодня видео новое вышло, поэтому зайдите, посмотрите его, если вам не сложно. Вот. Все. Всем пока.